Всем привет, с вами Аванес. Перед началом данного видеоматериала я бы хотел, чтобы вы поставили лайк на это видео и подписались на канал. Если вам понравилась данная рубрика на моем канале, пишите об этом в комментариях. Ну а мы поехали к ролику. Не, ну момент легкий, идем повторять. Чё, парни, поехали тогда, блядь. Я вот не знаю, как я это, конечно, буду делать, а почему у меня клана нет? Не, ну там момент вообще-то, там сочный момент. Я уверен, то, что этот момент был щитами выполнен, но все равно. Не грех его просто повторить. Я видел то, что Silent его повторял, и он его повторил. Не знаю, он там, по-моему, говорил то, что он повторил это через неделю, наверное. Пацаны, как вы думаете, какой шанс, что я это повторю? 14. Почему 14? Да какие факторы на это влияют? Ну что ты, ботик? Анекдоты 2014. Изи! Просто, one tap. Вот, ребят, вот те, кто сейчас смотрит ролик, вы бы играли бы вот с такой залупой, блядь, вообще на сервере, нахуй? Или слушай, просто там крикнул. В ММчике? На! Ребята! Да, чё, ебаться сразу валилось? Не, вот на самом деле, типа, вот, ролики с повтором моментов прям хорошо так, нормально набирают. Пацаны, вот сколько на этом ролике надо набрать? 400 тысяч просмотров. Ага, хуй нюхай. Я уверен, что я его сейчас сделаю за несколько попыток. Тебе, блядь, на шорты запрыгнуть. Да еб... Ну я запрыгнул, а что дальше? Молчим. Билл. Покажи свои эти. Ты ебать? У него ботинки на морковку похожи, блядь. Он ноги сломал. Гений. Не, мы конечно могли поставить ботов, но нет. Я имею в виду то, что с друзьями намного интереснее момент повторять, чем с ботами сидеть пердеть, блядь. Бля, я вот реально, на самом деле, я очень долго откладывал вообще повтор моментов каких-нибудь, блядь. Я экспериментировал формат, конечно, блядь, и вообще разные ролики делал. Ну нахуя? Кто это нахуй сделал? Эксклюзив, повернись по-братски. Назад. Да блин! Суки. 13 раунд идет, мы не можем повторить момент. Блять, я пошел в БС запускать, нахуй, вообще все запишу, блять. 2 часа нахуй записи. Блять, он так угорает, нахуй, если просто прорвет меня, блять. Он, бля, он такой человек, потому что он может просто, знаешь, по щелчку пальца, блядь, посмеяться из хуя просто. Блядь, я тебе сейчас включу, короче. Я с ним, когда переписываюсь, я всегда, типа, клепаю, блядь, его смешки, понял? Ща будет. Ты слушаешь? Посмотри. Вот ты слышишь, как он угорает? А ты представь то, что у нас происходит в личных сообщениях, послушай. Показываю вам, что такое ранбуст. Становимся к человеку, он садится. Оператор, пожалуйста, можете поснять крупным планом, что у нас сейчас происходит? Ранбуст заключается в том, что мы с моим напарником сейчас пойдем одновременно, и я полечу как можно дальше, понял? Как будто в Крым лечу. А что мы делаем? Первый прыжок у нас делается вот так. Мы просто прыгаем на него. И в момент, когда мы приземляемся, мы должны сказать напарнику: «Э, долбоеб, пиздуй со мной одновременно». «Э, долбоеб, пиздуй со мной одновременно». Видите? Ранбусты работают. Давай момент сделаем. Да блядь! Блядь, вот выстрел был, пиздец. Над ебальником пролетело. Посмотри. Тихо. Чё вы на меня смотрите? А мне нахуй не надо, да. Банкай. Камичинину яри. А зачем, если я убью тебя? Я повторил. Именно меня, блядь. Я повторил.